Эту девушку знают не только на Ависме, но и за ее пределами. Наталья Муская – опытный спортсмен и ведущий инженер-проектировщик Ависмы. Правда, на этот раз взамен уже привычным чертежам и гирям она взяла в руки микрофон. Как признается Наташа, очень любит петь в душе, а муж только за такие стремления. Только сказал, что не в душе ей место, а на сцене. Только благодаря ему, наверное, я пошла на конкурс. Он мне говорит: что поешь, поешь, иди сходи, конечно же. Иди попробуй где-нибудь себя еще. То есть муж только за. Конечно, музыка и спорт могут существовать одновременно в моей жизни. Почему бы и нет? Всему можно найти время. Главное – сильно захотеть. Я теперь пою еще больше, не только в душе, но и на кухне, да? Кого же поставить в пару к тому, чей конек точность? Правильно, того, кто также работает с чертежами и живет творчеством. Елизавета Маромыгина широко известна в кругу заводчан. Работает контрольным мастером участка. Проверяет нестандартное оборудование для подразделений по машиностроительным чертежам. Что-то лицо больно знакомое, точно. Она же еще и актриса театра рабочей молодежи ТИАР. Творчество в жизни хоть отбавляй. Девиз Лизы – не бойся брать на себя ответственность. И тут становится понятно, кто в дуэте главный. Но мы по очереди с Наташей. В какой-то части песни она ведет, в какой-то я. Также какие-то вопросы, когда возникают, где-то она свое мнение высказывает, и я с ним соглашаюсь, где-то я, и она также. То есть у нас компромиссы всегда, да, все нормально. Она лидер, я с ней, я лидер, она со мной. Музыка меня бодрит. Мне даже иногда думать над формулировками документов легче, когда что-то играет, кто-то поет. Я вроде и слушаю, и не слушаю, и думаю свое. Мыслительные процессы в этот момент у меня активнее, чем когда вокруг тишина. Кстати, в планах на будущее у Лизы есть идея освоить выжигатель. Посмотрим, сможет ли этот дуэт разжечь ваши сердца.